Хотел посмотреть на меня в мои 60 лет. Вот. Я рад, что вы все здесь. Вот. Спасибо. Сегодня, значит, наш концертик такой небольшой. Часика на два, коротенько. Значит, примерно объясню, что я буду делать. Сейчас я буду играть минут, сейчас скажу, 48 минут я буду играть подряд, наверное. Я не буду объявлять произведения, вы их сами очень хорошо знаете. Это популярные темы, которые обработаны немножко по джазу, скажем так. Вот. Потом будет там 5 минут перерыва, и начнется уже непосредственно сейшн, то есть мои друзья-музыканты, мы будем вместе играть, они будут меня поздравлять и так далее и тому подобное. Итак, мы начинаем. Ну, первое произведение довольно известное, называется «Fly Me to the Moon». Итак, мы начинаем. Thank you.
Это вы точно знаете. Thank you.
Сейчас немножко пошумим. Thank you.
что-то в стиле барокко.
В этом отделении последнее произведение, но немножко повеселимся. Произведение всем известное абсолютно, так что объявлять тоже не буду.
как бы свою программу я закончил, и я хочу сейчас объявить, чтобы он как раз завершит мою программу. Это мой старинный друг, великолепный скрипач. Вы все его наверняка знаете. Итак, я представляю вам Леонид Элькин. Добрый вечер, дорогие друзья. Буквально два слова. Вова, спринтер, это значит рано утро, ночью, днем пьесу в темпе захреначит. Римский Корсаков заплачет. Он с закрытыми глазами пяткой левую ногой Чардаш Монти замандячит. С днем рождения, дорогой. Еще буквально два слова. Струны расплавил, зал порвал, стер медиатор, изнасиловал деку. Аплодирую стоя, как музыканту, аплодирую стоя, как человеку.
Леонид Элькин. Леонид Элькин. Леонечка, спасибо. Сейчас объявим 5-минутный перерыв на 10-15 минут. Вот, там ребята подготовятся. В общем, пока Сережа нам какую-нибудь музычку включит, такую легкую. Вот. И продолжим наш концерт.